Добрый день всем. Итак, мы начинаем нашу прямую трансляцию. Всем привет. И сегодня с вами в нашей студии меня зовут Любовь Герасимова, я менеджер по развитию лидерства Oriflame Россия, и наш бизнес-партнер Наталья Фоменкова, всегда замечательная, активная, позитивная. У меня такая честь, что пригласили поучаствовать в объявлении победителей сегодняшнего акции. Да, Наташ, сегодня ты являешься нашим гарантом прозрачности того, что розыгрыш объявления победителей, того, что мы сегодня сделаем прямо здесь, в прямом эфире, собственно, твоими руками. Да, за 18 лет сотрудничества с компанией я уже верю всем сердцем, да. Это точно. Ну вот как раз, Наташ, прежде чем начать, сегодня нас смотрит огромное количество новичков, которые пришли к нам, присоединились в компанию совсем недавно. Я думаю, что будет, конечно, интересно узнать, ты вот говоришь о том, что ты 18 лет уже в компании. Расскажи о том, как ты пришла, как ты начинала и почему ты 18 лет в нашей компании, преданная компании. Я пришла в предприниматели Oriflame из декретного отпуска. У меня появился сын, и, конечно, это, наверное, самые сложные времена для любой семьи, когда не хватает денег. Я всегда шучу, что жили вдвоем на две зарплаты, а тут вдруг втроем и на одну. И вот в этот сложный период я искала возможности, где можно заработать, и рассмотрела для себя возможности компании Oriflame. Знаете, продукцию очень любила, потому что я, когда 10 лет в школе работала, я всегда пользовалась. На учительскую зарплату я могла себе позволить, у меня было три любимых продукта. Это тени, тушь, помада. Всегда это заказывала. Но когда меня позвали первый раз, мне как раз рассказали только о продукции. То есть я знала, что есть вот эти замечательные продукты, а о возможностях бизнеса не знала. Вот сегодня, когда мы делаем приглашение, я очень часто слышу, что я уже пробовала. Я всегда думаю, я такая же. Вот и когда уже спустя несколько лет меня пригласили второй раз, показали возможности, показали перспективы, я поняла, что я здесь с серьезным настроем и на долгосрочную перспективу. И сколькими продуктами ты стала пользоваться? Вот там ты пользовалась тремя, а сколько стала? То есть любовь к продукции, она осталась, сейчас, конечно. Сейчас уже моя ванна, в каждой полочке заставлена продукцией, и действительно покупаешь каждый каталог, я не знаю, как вот... Постоянно что-то новое выбираешь, как можно пролистать каталог и ничего тебе не выбрать. Постоянно что-то хочется. Я тоже пока этого не представляю, как и можно пролистать. Знаете, вот почему осталось, вот ты задала Люб вопрос, 18 лет. Действительно, я пришла с таким настроем, что я пришла в крупную международную компанию, с перспективами карьерного роста, с возможностью посещать международные конференции. Точно в школе бы мне это не грозило никогда. Вот. И сегодня даже в шапке Инстаграма я написала «пока 36 стран». То есть для кого-то это уже 36. Я понимаю, что с компанией Oriflame это крупный европейский бренд, шикарная продукция, которая востребована, которая нужна всегда, необыкновенного качества. И еще им можно путешествовать по всему миру. Наши конференции, они, конечно, незабываемые. Ну что, давай тогда мы начнем, наверное, собственно, то действие, ради которого мы сегодня здесь собрались. А собрались мы здесь для того, чтобы объявить победителей, обладателей тех призов, которые мы к вам приготовили. И мы говорим сейчас о рекламной акции. Я хочу вам напомнить, рекламной акции «Решайся быть», которая стартовала 27 января и пройдет до 30 марта 2019 года. И, соответственно, что мы здесь в течение вообще всей этой наших прямых трансляций, а их будет 4 сегодня, первая, мы в течение всех этих 4 трансляций мы с вами определим, у нас с вами будет в итоге 200 обладателей подарочных карт Озон, вот 200 человек. У нас будет 120 получателей чемоданов Samsonite. Я думаю, что кто внимательно смотрит, вот он сзади нас стоит, и его можно рассмотреть поближе. Замечательный чемодан, я хочу сказать, да. Необыкновенный. И у нас будет, самый вкусный достался мне, между прочим, 8 победителей потрясающих выходных в Лондоне. Причем эти победители получат еще 2000 евро на карту, на свой шопинг. Да, классно. Ну что, давай немножечко напомним, Наташ, условия акции, да, условия рекламной акции, например, если ты новичок.
Я хочу сказать, что если бы я была новичком, я действительно, когда объявили, думаю, прям согласна даже зарегистрироваться второй раз, потому что потрясающие старты программы. Вот мы когда разложили эти продукты, вот каждый новичок вот эту всю продукцию может получить буквально через несколько недель к себе в ванны, да, на полочке. И вот в качестве комплимента за первые 50 баллов единовременного заказа любой новичок получает вот такие наши легендарные продукты. Каждые 4 секунды в мире продается одна тушь 5 в одном. Я когда услышала на конференции эти цифры, я была поражена. Представляете, какое количество женщин любит и использует ежедневно эту тушь. И второй продукт – это специальный смягчающий крем, о котором ходят легенды. И я хочу сказать, что в офисе у себя я ежедневно слышу истории про этот крем. Люди каждый день придумывают, ну и даже не придумывают, а приходят и рассказывают эффекты, которые они получают благодаря использованию этого замечательного крема. Итак, это у нас такой… Крем обычно, он, мне кажется, не по одному. Вот у меня, например, он один в косметичке, всегда в сумке, да, один. Один дома, да даже не один дома, да, это да, точно да. Не один, один на работе и дома. А еще у нас делят в семье, кто какие вкусы любит. Мой гранатовый, а мой розовый, а мой карамельный, не трогай. Поэтому новичкам это дополнительно еще к стартовой программе, да, то есть потом уже человек получает у нас шаги. Да, на первом шаге стартовой программы, пройдя первый шаг стартовой программы, то есть разместив заказ на 100 баллов в течение 21 дня, человек может приобрести всего лишь за 199 рублей, не менее, скажем, легендарный, я бы сказала, абсолютно бестселлер. Это очень любимый продукт, поэтому, опять же, новичкам еще раз везет, да? Я посчитала, что как раз новички получат этот подарок к 8 марта. То есть, представляешь, новичок, если это мужчина, он пройдет первый шаг, он может уже своей любимой женщине сделать такой подарок, потому что этот аромат нравится всем. Я могу сказать, что в офисе тестируют и молоденькие девушки, и женщины зрелого возраста, все в восторге от этого аромата. Классно. Второй шаг стартовой программы. Давай, раз уж мы заговорили о стартовой программе, тогда скажем, что следующие шаги, да? Второй шаг стартовой программы. Это набор мед и молоко. Это точно. Это точно легенда, бестселлер, да? Мы с Наташей очень давно в компании, много лет. И это вот действительно легендарные, всеми любимые продукты. Баночка, 200 грамм, баночка вот с молоком, когда идет со скидкой, ее заказывают минимум по 3. То есть открываешь коробочку человеку и видишь, что там всегда это не в одном экземпляре лежит. А здесь прям целая серия, да? Также там еще гель для душ идет и шампунь и кондиционер. Это набор мед-молоко за второй шаг стартовой программы. Третий шаг стартовой программы и третий шаг стартовой программы, также разместив заказ в течение следующего каталога на 100 баллов бонусов, новичок может приобрести всего лишь, опять же, за 199 рублей, вы, хочется сказать, слушайтесь в эти цифры, за 199 рублей набор. Во много раз дороже стоит. Абсолютно, набор, дневной крем, ночной крем, сыворотка и крем для глаз, то есть комплексный уход уже прям сразу на третьем шаге. Мне кажется, просто вообще шикарный. И серия Optimals мне, например, очень нравится. Да, мне тоже очень нравится серия Optimals. И четвертый шаг стартовой программы. Вот здесь я очень благодарна компании, что дает возможность нашим новым партнерам, новым клиентам компании попробовать вот эти уникальные продукты серии Wellness. Витамины, здесь у вас будет выбор либо мужской wellness pack, либо женский wellness pack. Это действительно то, с чего начинается утро абсолютно у каждого лидера компании Oriflame. А, и новичкам, опять же, еще раз повезло. Да, и это дорогой продукт, который вы можете получить абсолютно... За 199 рублей, да? По низкой цене, то есть за копейки, я считаю. Ну что, это то, что касается новичков. Теперь давай напомним про наших спонсоров, про приглашающих спонсоров. Если ты приглашающий спонсор, что тебе? Но я хочу сказать, что уже сейчас все приглашающие спонсоры, которые пригласили как минимум 3 новичков во втором каталоге, эти новички разместили, сделали заказ на 100 баллов бонусов, очень простые,
кто этот пригласит трех человек. Он уже все. Так что да. Мы можем, вот кто сейчас нас сейчас уже смотрит, приглашающие угу. спонсоры, это ваш подарок. То, что вы уже точно заработали, и вы получите его прямо в ближайшее время. Давай про этот каталог, потому что время. Сегодня уже, вчера проводили планерки, сегодня планерки спрашивали, а сегодня какой подарок, а какой в этом каталоге подарок? А в этом каталоге вот такой органайзер, бьюти-кейс. Сейчас очень модно наводить порядок, угу. да, Люба, в ванной, везде там ролики все снимают. Пожалуйста, да, у вас есть возможность это и дома все разложить по полочкам себя, и в дорогу взять, угу. вот необыкновенный такой розовый оттенок, сейчас вообще эти нюдовые цвета очень модные. Да, очень, вот, и поэтому очень компания хороший. Всегда в тренде, я вот по цветам компании всегда думаю, понимаю, какие платья надо покупать. Какие платья надо покупать, каталог посмотрел и понял, что сейчас модно. Понял, что сейчас модно, вот такие оттенки. Это тоже в этом каталоге пригласите от трех человек и более, которые разместят заказ на 100 баллов, вы получите этот бьюти-кейс в подарок. И а следующий каталог, те спонсоры, что получат у нас в следующем каталоге спонсоры? Те, которые выполнят, в общем, те же самые условия, но в следующем уже каталоге. Это вот мне такие кажется, замечательные, это шикарный подарок, шикарнейшие потому что, часы. Ну, это я бы, знаешь, сказала, да, дорого-богато. Вот потом они выглядят очень роскошно. У меня у самой вот похожие часы, я ими очень довольна, много лет ношу, и это очень модный аксессуар. Классно. Шикарный деловой подарок. Деловой женщины. Да. Там, кстати, стразы, да? Да. И огранка такая необыкновенная. Да, там стразы, там огранка. Ну, я уверена, очень что красиво. Люди будут впечатлены, кто абсолютно точно получит эти. Ну и что? Те спонсоры, которые соберут все аксессуары, о которых мы сейчас только что говорили, гарантированно получают... Да, необходимый бизнес-аксессуар. Это смартфон. Телефоны мы победителя не будем объявлять, каждый сам себя уже объявит. Смартфон Samsung Galaxy A6. Обучи своих новичков. Вот я не знаю, я вот его уже несколько раз в руке прям держала. Одно только, да, вот это очень-очень здорово, классно. И это очень самый необходимый, один из самых необходимых бизнес-аксессуаров сегодня для сегодняшнего спонсора. Я хочу сказать, что сегодня приходят к нам люди для того, чтобы вести бизнес компании Oriflame, а сегодня весь бизнес ушел в интернет. Да. И когда мы приглашаем, мы говорим о том, что вы можете работать везде, где есть интернет, и со своего телефона мобильного, и с компьютера. Поэтому такой гаджет пригодится коммуникацию, любому партнеру коммуникацию компании. Коммуникацию по нему точно вести очень удобно. Чаты, людям, там... чтобы быстро сообщить какую-то информацию. И память хорошая, мы тоже его изучили. Ну что, и мы переходим непосредственно, двигаемся непосредственно к... объявлению первых победителей. И сегодня... Люба, мне вот интересно, сколько же все-таки участников у нас сегодня будут участвовать? Да, сейчас мы, собственно, перед твоими глазами как раз табличку, но я сначала хочу сказать, что сегодня, именно сегодня, в эту трансляцию, мы с вами определим 50 обладателей подарочных карт Озон. У нас с вами сегодня будет 30 получателей чемоданов Samsonite. И, конечно, у нас сегодня будет... Два победителя... Поездки в Лондон. Те счастливчики, которые поедут в Лондон. Так, ну что, давай посмотрим, сколько у нас... Сейчас нам помогут, наверное, вывести наш компьютер на экран, и мы увидим, сколько у нас сегодня людей принимают участие в розыгрыше. Да, вот, 26 358 – это среди новичков, и среди... 25 517 среди спонсоров. Среди спонсоров. 25 517 среди спонсоров. Вот, собственно, ну что? 25 000. 26 и 25. Больше 26, здорово, больше 25. Здорово. Да, я уверена, что практически все они нас смотрят. Да, хотелось бы верить, да. Так, и сейчас мы что, должны форму? Да, мы сейчас с тобой должны, не мы с тобой, а ты должна, Наталья, ввести формулу. И мы определяем победителя. Такая ответственность. Победителей. Я прям себя чувствую «Властелин колец». Так. Ага. Да, вот формула, в принципе, тебе только скопировать ее и ввести, и ты сразу увидишь, тебе сразу же увидит, да, ты увидишь всех перечисления. Угу. Ага, вот, сейчас мы попросим, чтобы нам как-то это перевели наш на слайдики. Да, смогут. Ага, итак, отлично. Пошли, ну что, пошли, у меня получилось. Юлия Власенко, Екатеринбург. Юлия, поздравляем вас. Юлия, поздравляем. Людмила Рузаева, Казань. Инетта Потрашкина, Санкт-Петербург.
Владимир Юркин. Вот я сказала, мужчины у нас обязательно будут победители. Москва, регионы. Екатерина Гудим или Гудим, простите, мы не специально. Нижний Новгород. Елена Орлова, Москва-Сити. Олеся Паршина, Москва, регионы. Румия Ахметова, город Казань. Людмила Гринева, Екатеринбург. Елена Шварева, екатеринбургский филиал. Татьяна Асосова, екатеринбургский филиал. Наталья Дегтярева, самарский филиал. Анжелика Муштаева, филиал Новосибирск. Ульяна Кукушкина, Москва. Светлана Тебенькова, Екатеринбург. Надежда Вакуева, Ярославль. Сергей Афанасьев, Уфа. Павел Бычков, самарский филиал. Гулжан Абдурасул, Москва-Сити. Надежда Медебадзе. Краснодарский филиал. Галина Курсова, тоже краснодарский филиал. Мария Сабекова. Уфа. Зарифжон Егамбердиев, Москва. Галина Петрова, Москва, регионы. Махизода Инамжонова, Москва. Ну что, мы вас поздравляем, ура, дорогие ура. Наши новички. Ура, ура, значит, Наташа. Это у нас обладатели карт это Озон. Это обладатели карт Озон на 3000 рублей, которые на самом пойдут деле, в этот магазин. Сумма хорошая очень. Вот я буквально вчера заказала за 3000 рублей, даже за 2800, гриль такой вот овощи делать класс. Для здорового питания. Необыкновенно, сумма отличная. Я думаю, что люди выберут себе прям хорошие, Бытовую технику, а может быть, книг кто-то наберет. Да. Ведь бизнесом нужно заниматься. Да, и поэтому да, развивать себя точно. Действительно. Хорошо. Хорошо, ну что, Наташа? Выбор. Давай позвоним? Ну, давай позвоним. Ой, давай, это вообще ответственность какая. Давай мужчине позвоним. Мужчине? Да. Владимиру. Да. Да? Владимир Юркин. Давай, Москва регионы. Сейчас мы увидим. Москва регионы. Ага. Не знаю, из какого города конкретно. У нас здесь не видно. Видно, что вот Москва регионы. Не знаю, Владимир давайте, очень... Давайте, будем диктовать. 8, не надо диктовать. 966. Мы, да, увидим студент. А то вдруг еще кто-нибудь Владимиру позвоним. 4. Ага. Ну, надеемся, что Владимир возьмет трубку и нас сейчас услышит. Надеемся, что Владимир еще и партнер, а не Новичок. Муж чей-то. Это бывает так, что можно я получу заказик? Так, сейчас Владимир. Владимир. Владимир, здравствуйте. Меня зовут Любовь Герасимова. Мы тут сидим с Натальей Фоменковой, нашим бизнес-партнером, компания Oriflame. И звоним вам из прямого эфира, где объявляем победителей рекламной акции. И в данный момент мы сейчас объявляем победителей подарочной карты Озон. И мы хотим вас от всей души поздравить. Алло, девушка, подождите, у меня жена на работе, я ей перезвоню, потом телефон не у нее. Отлично. Телефон у нее, хорошо. Поняла. Ну, Владимир... Владимир, мы не можем перезвонить завтра, потому что у нас прямой эфир, но мы вам хотим сказать, что передайте мы вас поздравляем, жене. Что вы стали обладателем подарочной карты Озон. Я перезвоню, хорошо, спасибо. Отлично. Вы знаете, я вот как в воду глядела, вот честно, я же не знала, что так получится. Но он очень обрадовался. Но, он, да, знаешь, почему? Знает. Я абсолютно могу объяснить, потому что у нас шведский бизнес, и он подразумевает семейное начало. И очень часто люди работают, да, мужчин, муж, и жена предлагает, вместе, да. Да, 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 жена поэтому, предлагает, конечно, это здорово. Мужу поучаствовать в акции, зарегистрироваться и заодно поучаствовать в акции, да? Отлично. Ну что, Наташа, давай теперь разыграем среди, определим победителя среди спонсоров тоже подарочных карт Озон. Таких у нас будет тоже 25 человек. Так, давай формулу. Мы переходим на файлик, вот он, вводи формулу своими руками. Так. Я просто копирую, да. Копировать, Ну, да, и вставить. Она у тебя сразу же, ага. И все. Запускай, да? Ну да. Отлично. Итак, мы надеемся, что сейчас мы увидим, мы уже так, видим. Так, пошла. Ну что, реакция. Ирина Мацнева, Москва, регионы. Ага. Абатурова Надежда, Нижний Новгород. Марина Егорова, Хабаровск. Абдумалих Хамитов, филиал Новосибирск. Анна Дунаева, Воронеж. Татьяна Ажут, Новосибирск.
Елена Попенова, Казань. Наталья Есенкевич, Хабаровск. Сергей Кузнецов, Екатеринбург. Айсылу Садыкова, Уфа. Альбина Набиева, Уфа. Татьяна Крылова, Ярославль. Алия Бадриддинова, Казань. Олеся Пашкова, Москва-Сити. Нина Шорина, Екатеринбург. Альбина Тыщенко, Москва-регионы. Виталий Вовк, Краснодар. Людмила Матушкина, Екатеринбург. Денис Егоров, Казань. Людмила Спольник, Новосибирский филиал. Наталья Степаненко, Санкт-Петербург. Юрий Коноплин, Краснодарский филиал. Светлана Титова, Санкт-Петербург. Елизавета Романенко, Самара. И Людмила Дмитриева, Екатеринбургский филиал. Ура! Здорово, мы ура! Поздравляем! У нас поздравляем спонсоров. Обладатели карты Озон, которые уже точно знают, что подарят на 23 февраля и 8 марта. Да, ну что, давай теперь помимо даме. Косметики Арифлейм закажет еще что-нибудь. Хотела сказать, давай в Хабаровск, давай не будем. Вдруг не да, вдруг там уже по времени. Да. Давай вот Анне Дунаевой позвоним, Воронеж. Ну, например, да, Воронеж, там. Отлично. Так, ну что, Воронеж. Так, Анна Дунаева. Один. Так, правильно я набрала? 150. Наташа, ты наблюдаешь, что я правильно да. номер, а то сейчас обрадую не того человека. Да-да-да. Так, Анна. Звоним. Надеемся, что нам ответят, и мы сейчас человека обрадуем. Ага. Надеемся, но, видимо, не обрадуем. Ну, не давай доступен. Вот, ну, мне в Москву-региону звонили, но давай... Давай в Казань. В Казань? Да. Где? Вот у нас где Елена Николаевна. О, вижу, да, Казань. Да. Угу. Так, звоним. Интересно, сколько сейчас у нас слушателей, люди, наверное, ждут, да? Да? Вот. А вот что, интересно, ждут больше, вот карту на Озон или все-таки шопинг в Лондоне? Мне кажется, подарки, они всегда приятны вообще. Любые да, подарки это, приятные, да, конечно. Конечно, шопинг в Лондоне, но шопинг на Озоне будет вот точно классным, я думаю. Ты тем более вот сказала сейчас, да? Сегодня начинается с тебя. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Елена. Любовь Герасимова. И вот со мной рядом Наталья Фоменкова. Это компания Арифлейм. Мы вам звоним из прямого эфира. И прямо сейчас... Ну, мне надо говорить. Да-да. И прямо сейчас мы определяем победителей. И вот сейчас мы определяем победителей подарочной карты Озон. И мы хотим вас обрадовать. По рекламной акции. Вы вообще участвовали в ней, в рекламной акции? Приглашали людей, новичков? Конечно. Конечно. И много пригласили? Троих. Отлично. Елена Николаевна, классно. Какая вы молодец. А вы вообще когда-нибудь что-нибудь выигрывали вообще? Везучий человек? Ну, вроде бы нет. Вроде бы нет. Елена, смотрите, Елена, а на каком вы уровне сейчас находитесь? Какой у вас уровень? Вы менеджер или... Ну, 6%. Классно. Здорово. То есть вы сами еще, наверное, не так давно в компании и уже начинаете приглашать, да, и уже строите свой бизнес в компании. Ну, хотите построить свой бизнес в компании. Елена, ну, хорошее начало у вас, хочу сказать. Мы вас поздравляем. И 3000 рублей. У вас есть возможность теперь на Озоне выбрать все, что вы себе пожелаете в подарок. Елен, мы сейчас поздравляем, что... Подарок 8 марта. Да, да, вы выиграли 3000 рублей. Вы сегодня одна из 25 победителей. А между прочим, мы разыгрывали 25 тысяч человек участвовали сегодня у нас в программе. Представляете? И вы стали обладателем. Вы теперь везунчик, спасибо. Официально объявлены. Как вам, Елена? Здорово. Очень рада. Вы рады? Спасибо. Вас тоже с наступающим. Спасибо. А вы придумали, что себе приобретете на вот Озоне? Нет, еще посмотрю. Хорошо. Ну что, Елена, мы вас поздравляем тогда. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. А мы с вами двигаемся дальше. Такой старт у человека. 6%. Да. Уже трех человек зарегистрировало. Наверняка хочет обладать телефоном Самсунгом. Я думаю, что, наверное, она двигается, это тоже на правильном привлекает. Пути.
Ну что, Наташ, прежде чем перейти к следующему розыгрышу, я предлагаю, перед нами сегодня очень много продукции. Мы сегодня уже поговорили о стартовой программе. И давай поговорим об одной из новинок, которая нас ждет. Вот в этом каталоге ждет уже. Как это пропустить заждались. Да, да, да. Это Power Shine, такая замечательная помада. У нас бриллиантовая весна в этом году. Да, да, это точно. И я могу сказать, что нам уже с Наташей повезло, мы уже использовали сейчас эту губную помаду, мы не могли устоять, удержаться, и как любые девочки... Любовь, потом будут все спрашивать, вот да. Как в Инстаграм выложишь что-нибудь, а какая у вас помада, да. Вот у тебя какой тон? Я, между прочим, ну вот, мне кажется, прям видно, вот, да. Не, как она называется? Покрасила. Чтобы прям у нас такая прям река. Нет, я прям не могу пока сказать. Да, манящая малина. Манящая да, малина. Да, 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 точно. А у меня персик, я себе выбрала под наряд персик. Люблю. Я вообще хочу сказать, что это моя одна из моих самых любимых помад. Она еще сейчас обновленная, до обновленной серии там. Я покупала прям по 5 штук в каталог, мне кажется, потому что я очень Любовь, люблю. Ты говоришь, что ты только сейчас попробовала, а нам в VIP-офис эту помаду привезли 2 недели назад. Ты и я хочу сказать, что уже весь город Чехов ее протестировал. И что я отметила? Никто не останавливается на одном оттенке. То есть они, женщины, приходят, начинают выбирать, и говорят, нет-нет-нет, мне только розовенькие. В результате берут и розовенькую, и бежевенькую, и коричневенькую. И они почему-то вот так устроены, эти помады, что они идут всем. Вот абсолютно любой оттенок выбираете, и он прям ложится на губы необыкновенно. Да, да, она, вот эти светоотражающие частицы, они обработаны такой новой технологией, которая, новой технологией HD, огранки. По-моему, как 3D. Да, как 3D, и она создает такой больший эффект объема, да, и больший эффект сияния. А знаешь, что еще людям нравится, что у нее очень-очень нежный аромат. То есть она вот прям такой даже вкус губам, да? Придает очень привлекательный. Ага, ну это мужчинам, наверное, особенно понравится, мне кажется. Вот, и действительно, и мы сейчас видим, что у нас тренды, весенние тренды нам подсказывают о том, что блеск, сияние, вот этот бриллиантовый блеск, это и в тренде. И нюдовые оттенки да, такие, поэтому да? Мы с вами вот с этой помадой просто вообще в самом тренде, в центре самого тренда, поэтому всем рекомендуем приобрести, я лично рекомендую приобрести вот от себя, я с удовольствием Я считаю, что много еще оттенков. Сейчас очень хорошо легла наша акция активности да. Вот на эту стартовую программу, потому что когда людям рассказываешь, что вот в этом каталоге вы можете разместить заказ на 50 баллов, и вы получите необыкновенную сумку. Вот я смотря, она мне прям подходит под платье, да? Вот, между прочим, я прям жду, честно скажу, эту сумочку. Она необыкновенная. Смотрите, ультрамодная форма. И вот мне что нравится, это вот эта подкладочка. Вот цветастенькая, атласная, необыкновенная. И я хочу сказать, сейчас я разглядела, там внутри есть большой на молнии кармашек. Это мега удобно, туда можно. И еще 2 кармашка для гаджетов или каких-то мелочей. То есть сумка очень красиво смотрится, очень стильная. Всего лишь 50 баллов разместить заказ и получишь вот такую сумку в подарок. А некоторые, Наталья, уже получают вот такой, имеют возможность уже покупать вот такой вот замечательный наш палантин шарфик. Очень приятный, правда? И большой. Мне кажется, очень подходит. Да, прям твои оттенки, Люба. Необыкновенный. Супер. Красивый шарфик. Классный. А с нашими помадами, вот мы только о помадах, об одной новинке рассказали, да, не говоря уже о колоссальном количестве продуктов, представленных в нашем каталоге, как сказала Наташа, нельзя пролистать каталог и ничего не заказать, так не бывает. Да, это вот, поэтому легко сделать эти баллы, собираются. Впереди праздники и подарки всем нужны. Ну что? И я хочу сказать, что к этой сумочке мне лично нужен чемоданчик. Чемоданчик, да. Вот, я как раз тебе хотела сказать, что давай переходим к розыгрышу. Путешествие нужно да. И маленькая сумочка, и куда-то вещи. Я же в Лондон собираюсь. Не знаю, как ты, но сейчас мы точно среди некоторых людей, они у нас сейчас точно кто-то будет победителем. Станет обладателем чемодана. Чемоданчика, который сзади у всех у нас стоит. И на экране как раз. Много лет назад мне компания Reflame такой чемодан, ну, похожий, Samsonite именно фирмы подарила. За 36 поездок износилось очень много чемоданов, сколько только не покупали. Но вот этот Samsonite, он жив больше 10 лет. Это действительно такая гарантия качества. И этот чемодан повезет. Тем, кто станет обладателем этого повезет. Чемодана. Ну что, мы начинаем, как всегда, с новичков. Я уже поняла, что нужно делать. С лишним тысяч, да, прям формулу. Отлично. Так, копирую.
представляю. Сейчас в интернете работаем, мы теперь все легко делаем, управляемся с компьютером на «ты». Так, опа. Та-дам, я надеюсь, что сейчас нам помогут вывести. Пошли. Ага. Так. Так, пошли наши победители. Алевтина Масленникова, Нижний Новгород. Елена Королева, Екатеринбург. Александра Зевахина, Екатеринбург. Кристина Савченко, филиал Екатеринбург. Как везет Екатеринбургу прям. Ага. Илья Кузьмин, филиал Воронеж. Евгения Мацуева, филиал Воронеж. Филиал Москва-Сити, Виктория Семенюк. Юрий Павлов, филиал Новосибирск. Наталья Борискина, филиал Краснодар. Инна Панова, Воронеж. Кристина Шаповалова, краснодарский филиал. Валентина Сухова, екатеринбургский филиал. Наргиз Ахмедова, краснодарский филиал. Юлия Сергеева, Москва-Сити. Юлия Ермакова, новосибирский филиал. Здорово, поздравляем наших Ура! Новичков. Вот пришли в компанию и уже такие позвоним. Необыкновенные подарки получили. Да, давай прям первым тогда позвоним. Нижний Новгород, Алевтина Масленникова, угу. Да? Я думаю, что вот давай мы позвоним новичку. У нас время идет, спонсору, может, не будем звонить, да? Да, вот пока ты набираешь, я скажу, давай. Что чем мне нравится этот чемодан Samsonite, вот который в данном случае у нас сегодня разыгрывается, он сверхлегкий. Mm. Понимаешь, сейчас же у нас везде ограничения по этим, по грузу, по багажу. Вот. Ну, и такой чемодан действительно будет незаменим в поездках. Алевтина, да? Угу. Нижний Новгород. Да. Алевтина, здравствуйте. Меня зовут Наталья Фоменкова, и я звоню вам из компании Oriflame с чудесной новостью. И, Алевтина, мы вам звоним из прямого эфира. Нас сейчас смотрят тысячи и тысячи консультантов компании Oriflame. Скажите, вы участвовали в акции «Решайся быть»? Вы ошиблись. А, это не Алевтина. Номером ошиблись. Простите. А, это не Алевтина. Алевтина послушала, да? Или не Алевтина? Так, ну что? Давайте попробуем еще кого-нибудь набрать. Ну, не знаю. Давай Наталью, мою тезку. Где Наталья? Вот Наталья. Где тут Наталья? Видела. Вот Наталья. Ага, Борискина Наталья. Краснодар. Вот Краснодар. Так, ну что, давайте. У нас неправильный номер, надо, кстати, потом будет сказать. Что здесь неправильный номер. Но зато 151, мы понимаем, 538, что у нас все, видишь, честно. 538. Может, если бы мы сразу про чемодан зашли, она бы сказала, что не ошиблась. Так, ну что, Наталья, да? Может быть, я неправильно просто цифру набрала. 538. Да, все вроде верно. 551. Давай, у тебя рука легкая. Да? Не знаю. Наталья. Слушаю. Наталья, здравствуйте. Меня зовут Любовь Герасимова. Я звоню вам из компании Oriflame. У нас сейчас, в данный момент, мы в прямом эфире проводим определение и объявляем победителей акции, рекламной акции «Решайся быть». И вот в данный момент мы как раз объявляем победителей, тех, кто выиграл, получает чемодан Samsonite. И мы вас поздравляем. И вот как вы думаете, зачем мы вам звоним, Наталья? А вы скажите, я узнаю. Правильно, логично. Мы хотим вас поздравить. Наверное, сказать, что вы стали обладателем, одной из обладательниц замечательного чемодана Samsonite, который совсем скоро к вам приедет. Наших новичков было 26 тысяч человек, и вы стали одной из немногих, кто выиграл этот подарок. Спасибо большое. А вы верите в это, Наталья? Говоря, нет. Пока нет, да? Пока я думаю, что как только вы увидите свой чемодан прибывшим к вам, я думаю, что вы поверите. А мы вас поздравляем и желаем вам с компанией Oriflame большого количества путешествий. И большого количества подарков. Так что поздравляем вас, замечательный приз, чемодан Samsonite, ждите. Мы за вас очень-очень рады. Свяжитесь со своим спонсором, и он вам все расскажет и подтвердит наши слова. Мы вас от всей души Хорошо. Поздравляем. Вот как увижу, обрадуюсь, правильно. Хорошо. Все, поздравляем вас, Наталья. Угу. До свидания. До свидания. Вот. Ну, поверила, да. Но убедиться, когда будет Samsonite. Я думаю, что она будет очень-очень счастлива. Наталья, мы вас еще раз поздравляем.
Ну что, Наталья, давай мы с тобой перейдем, будем идти дальше. Мы с вами, с тобой постепенно двигаемся к нашему основному призу а мы на сегодня. Да. У нас еще, Люба, мы же только новичкам позвонили, слушайте, разыграли. Новичкам, я думала, что без чемодана оставить. Как хорошо, что. А я же гарант, молодец, я бью все. Молодец. Вот, поэтому. Мы ну что, давай разыгрываем тогда, вводи формулу. Ну правильно, так. Ты вводишь, ты должна точно помнить. Да, я слежу. Спонсором-то вообще этот чемодан конечно, жизненно конечно. Необходим. У нас впереди менеджерская конференция, золотая конференция. Поехали. Запустила формулу. Итак, среди спонсоров. Все честно, все прозрачно, ребят. Пошло уже. Ольга Тихонова, воронежский филиал. Угу. Дарья Андрюнькина, самарский филиал. Юлия Одинокова, казанский филиал. Марина Иванова, Ярославль. Лилия Садиева, краснодарский филиал. Ирина Боброва, Нижний Новгород. Ольга Левицкая, Самара. Сергей Печоркин, Екатеринбург. Елена Кошарная, Новосибирск. Светлана Шумакова, Екатеринбург. Ольга Зиминова, Ярославль. Саида Раззакова, Москва-Сити. Акида Ахродхаджоева, Москва. Марина Кузнецова, екатеринбургский филиал. Герман Митюгин, санкт-петербургский филиал. Поздравляем вас, дорогие друзья. Поздравляем вас, я дорогие друзья. Я проследила, чтобы чемодан вы все-таки получили. Вы получите чемодан, это точно. Я свою миссию отработала. Да, абсолютно. Ну что, то все-таки мы двигаемся дальше, потому что у нас время эфира все-таки... А мы звонить не будем спонсорам? Нет? Ну, ты хочешь, ну давай позвоним, ну, давай, если быстро, давай. Как в этом, мне кажется, хорошо. Самая такая фишка, да, давай. Чтобы позвонить и давай, убедиться. Давай, выбирай, кому позвоним. Ну, давай. Ну, прям, давай, Воронеж звонит. Давай, Самару. Самару, да, вот Дарья, Самару мы не знаем. Дарья Андрюнькина. Андрюнькина. Давай, 961. Ага, вижу. Тоже интересно, вот на каком уровне спонсор? Может быть, это тоже прям начинающий? Давай не будем сначала говорить, что мы ей звоним. А как, скажем, да, просто здрасте, мы, вам спросим, чемодан? Да, мы участвуем. А, ну давай. Так, точно правильно набрала. 937-97-29, да. Алло. Дарья, здравствуйте. Меня зовут Любовь Герасимова. И рядом со мной Наталья Фоменкова. Мы вам звоним из прямого эфира, из компании Oriflame. И в прямом эфире мы как сегодня раз объявляем победителей наших различных призов. Вы участвовали в такой акции? Так. И много ли народу вы пригласили? Расскажите нам. За прошлый каталог? Да. Молодец, уточняющие вопросы. Да, за прошлый каталог, ну, например, как вариант. Так, за прошлый каталог, если не ошибаюсь, у меня было 3 квалифицированных рекрута и 1 неквалифицированный. Классно. То есть 4 человека, 3 выполнили условия как раз. Дарья, а вы давно в компании? Так, я в компании почти 2 года уже. Почти 2 года. Развиваете и принимаете решение развивать свой бизнес, да, у с компанией Oriflame? Рекрутингом занимается, людей да. приглашает. А на какой уровень уже сейчас у вас? Какой уровень? Менеджерский или какой? Старший менеджер. Старший менеджер. Мы вас поздравляем, это отличный результат. А вы уже, путешествовали с компанией Oriflame куда-то или только планируете? Да, в том году я была в Хорватии, в этом году уже с партнерами мы монтировали. То есть здорово, вы уже квалифицировались, значит, мы попали в точку. Вы уже квалифицировались на менеджерскую конференцию в Анталию? Дарья, как вы думаете, какой подарок вам достанется? Вот вы на что-то уже глаз положили? Положила глаз на чемодан. Правильно положили, Дарья, просто правильно положили, да, конечно, и мы вас поздравляем, совсем скоро чемодан будет, у вас. И вы знаете, Дарья, я вам хочу по опыту сказать, что это чудесный чемодан, в который вы положите в 2 раза больше вещей, потому что он сверхлегкий, и вы на свою конференцию менеджерскую возьмете все, что нужно, и вечернее платье, и для конференции деловой костюм. Что вы чувствуете, Дарья, вот расскажите нам. Я очень довольна. То, что нужно было, знаете, как раз у меня не было чемодана. Вот, посмотрите, мы как раз мы вас от всей души поздравляем, Дарья. Поздравляем, Дарья. Супер, огромное спасибо, очень приятно. Компания, огромное спасибо.
Вам спасибо огромное. Спасибо. Поздравляем вас. Всего доброго вам. До свидания. Спасибо. Он мне заказом придет? Мы вам перезвоним, с вами свяжется и расскажет, как вы его получите. Все, супер, отлично. Спасибо огромное. Спасибо вам. Поздравляем вас. До свидания. До свидания. Очень приятно. Молодец, вообще, да. Вот когда вот так попадаешь в точку, чек-менеджер, да, едешь на конференцию. Да, менеджер. Да? Прям вот, видишь, мечтала о чемодане, и вот прям мечты, мечтаете, да. Ну что, Наташ, мы с тобой понемножечку двигаемся дальше, да. И еще то, о чем мы хотели сегодня поговорить, еще об одной новинке, новинке третьего каталога. Это замечательная, она у нас сейчас появится на слайде, это замечательная туалетная вода. Dare to Shine, вот такая, мы говорили, что бриллианты, как раз вот флакон, вы видите, по форме своей напоминает бриллиант. Да, огранку бриллианта, да. И это такой восточно-цветочный аромат, очень-очень нежный, и тоже мы в офисе его тестировали уже не один день, и он очень многим женщинам нравится. И я даже, знаешь, вот такой флакон, честно говоря, я поставила, он у меня был бы как напоминание, что я пришла заниматься бизнесом, меньше бриллианта не имеет смысла. Точно. И вот уже первый бриллиант Точно. Уже стоит у меня на полочке. Визуализация такая мечты. Визуализация бриллианта, мечты. Да. То есть это прям все, кто мечтает быть бриллиантовым директором, обязательно приобретайте на полочке должны аромат, поставить себе. Ставьте его себе и визуализируйте свою мечту. Я думаю, что Здорово. Многие сегодня, кто смотрит там, нас... Там, между прочим, многие... компоненты такие хорошие, я знаю, там зеленая груша, там да. какой-то очень дорогой цветок в нем. То есть это такой аромат очень да, ванили, трендовый, очень модный. Аромат. Да, очень трендовый, и еще и бриллианты. Бриллиант для бриллиантов, да? Да. Классно. Да, да, ну точно. Что, а мы с вами потихонечку, медленно, но верно, пришли к нашим, к определению... самого главного важные, нашего да, приза. Две это сегодня поездки. Две будут поездки. Одна среди новичков, другая среди спонсоров. Две поездки в Лондон. В город, ну, наверное, для многих это город мечты. Это Люба, я видела одна в твоем инстаграм, что ты в Лондоне была. Вот для меня это пока мечта остается, а ты уже в Лондоне была. Да, я была, была и не да? один раз, и с удовольствием поехала бы еще. Действительно, отличный город во всех отношениях, и модный, и современный, и своей архитектурой интересный. Лондон ассоциировался именно с обучением. Угу. Я когда сыну искала, куда в Европе его отправить учиться, я вот Лондон с точки зрения обучения рассматривала. А ты говоришь, что там шикарный шопинг, да? Шопинг шикарный, шикарные места, где можно посмотреть, и говорят, что в Лондоне все время дожди, это неправда, я была там несколько раз, ни одного раза не было дождя, вот честно. Люб, вот ты знаешь, я вот сейчас вспомнила такую маленькую историю, я прям одну минутку займу в эфире, потому что мне очень хочется, что тот человек или те два человека, которые сегодня станут обладателями этой поездки, ну, рассматривали, наверное, это как какой-то знак, что нам Вселенная дает возможность что-то в своей жизни изменить, потому что я, когда была также начинающим менеджером, да, только недавно пришла, ну, как бы пришла в компанию, была там, ну, чуть меньше года, и была похожая акция с королевской водой, тогда Solidon, и я стала обладателем поездки в Швецию. О, так мы сегодня и пригласили сюда человека реально, кто получил, да? Да, 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 да. И, да, вот здесь 2000 евро на шопинг. Мы летели в Стокгольм, и у нас было такой, ну, знаковым событием ужин с основателем компании Робертом Афьокни в крутом ресторане, необыкновенном. И ты знаешь, вот это событие уже прошло много лет, и оно навсегда останется в моей памяти. И ты прям тоже победителем и была одной там я была, акций, да, нас было 10 человек всего, да, и вот Чего я себе, отправилась до последнего, в марте мы летали в этот Стокгольм, реально, все было очень круто, то все есть, было на высоте. То есть все я, реально, знаешь, да? Я для себя там, когда я сидела за одним столом с Робертом Афьокни, с основателем компании, с мультимиллионером, я простая учительница из Чехова, да, сижу в центре Стокгольма в ресторане, и я для себя приняла решение, что я обязательно должна быть бриллиантовым директором. Я уверена, что те, кто поедут вот очень хочется, сегодня, чтобы люди не просто, да. просто скатались, порадовались, что-то думаю, купили, что, прям, да, чтобы думаю, они что это рассмотрели точно. Очень серьезно. Я таким думаю, что те, кто знаком сегодня... в своей жизни. Ну, судя по тому, что у тебя вот легкая рука, ты говоришь, ты была также точно выиграла, да. и после этого ты столько лет в компании достигаешь огромных высот, я думаю, что этим людям просто и суждено. И первый вопрос, который мне задали, когда позвонили, говорит, здравствуйте, а у вас есть загранпаспорт? Давай вот. Я с этого и же начнем. Да? И сейчас. Я говорю, да, Давай есть, сначала. Хотя до компании Reflame я вообще не путешествовала. Ага. Я первый раз полетела на самолете с компанией Reflame, первый раз увидела море, и надеюсь, что у этих людей тоже есть загранпаспорт. Ну что, Наташ, давай формулу. Давай.
собственно, и ой, очень среди новичков сейчас, да? Да, давай, среди новичков. А представляешь, новички поедут со спонсорами, а спонсоры нет, пока не более опытные, и они точно там переопылятся. Так, копировать, вставить, поехали. Так, ну и что? Это у нас... Анастасия Смирнова, город, филиал вот, Екатеринбург. Екатеринбурга везет. Ну что, звоним это... Анастасии. Да, это очень трогательный момент. 2000 евро. 2000 евро это где-то примерно 150 тысяч рублей. Ой, это можно прям одеть не только себя, еще и всю семью. Еще детям привезти что-то. Хорошие деньги, 2000 так, евро. Я надеюсь, что я правильно набрала, да, Наташа? Да, надеюсь. Мы сейчас спросим, как Анастасия? Это я уже начинала. Точно правильно? 53, 547, 83, 79, да. А то сейчас мало ли, скажу. Анастасия, берите трубку. Анастасия, пожалуйста, ответьте. Сейчас ваша жизнь начинает меняться у нас на глазах. На глазах тех сотен... Вызываемый абонент не отвечает. Ну, давай еще разок. Ну, еще разок. Давай пока мы спонсора определяем, может быть, давай. Она перезвонит, или, ну... Ну, давай еще раз наберем, а я пока формулу введу, потому попади. Что я представляю, как нервно ждут у нас слушатели. Так, сейчас я... И мы определяем... А, ты еще не нажала. Так, поехали. Выводится. Ага. Приглашаешь спонсора. А, да? Гульнас Муртазина, филиал Казань. Муртазина. Давай Гульнас будем звонить. Муртазина. Ну что, может быть, Гульнас здорово. Нас даже смотрит сейчас. Хотелось бы. Надеюсь, что правильно, да, Наташа, проверь. Да-да-да. Необыкновенная акция. Я видела, как люди реагируют, когда им рассказываешь, даже не верят, что такое количество подарков. И сумка, ага, и шарфик, да. И стартовый, и приветственный комплект. И действительно. То есть каждый гарантирован, каждый что-то получит, да? Да? То есть, если он сделал очень свои заказы, как минимум на 50 баллов, он обязательно что-то получит, да? Да, да, да. Или пригласил. Особенно новичков. Новички, у них очень особенно, много да, новички. Подарков. Ну а спонсоры всего лишь три рекрута, три реквалифицированных рекрута и тоже шикарные подарки. Что-то сегодня нам. Из Казани. Ну, я думаю, что наверняка может, они нас уже услышали, большие, не в состоянии звать. Бриллиантовые директора точно сейчас смотрят. Да, мы, к сожалению, не знаем. И когда видят своих людей в выигрыше, там бриллианты радуются, наверное, мы предполагаем, не меньше, чем те, кто выиграли. Давай еще раз набираем Анастасии. На всякий случай, если нет, то все. 49. Это ты спонсору звонишь? Анастасия, да? Анастасия. Смирнова Анастасия. Может быть, они уже знают, увидели и просто не в состоянии взять трубку. Да, они просто возле Ютуба побежали себе кружку чая наводить, чтобы перевести дух. Ну, не удалось, да, ну ладно. Не получилось. Но, может Но быть, мы... эти люди делают первые шаги, и в это время они еще на работе или да. на пути с работы. Но мы уверены, что спонсоры, вышестоящие спонсоры, кто сегодня узнал и услышал о своих новичках или о своих спонсорах, да, вышестоящие лидеры, обязательно им позвоните, обязательно запишите видео, потому что в следующих трансляциях мы хотим увидеть эмоции этого человека, вот, как он вообще да, воспринял да, да, эту да. информацию. Мы ждем, чтобы выложить свои чаты видео. И подтвердить, что реально да. это люди существуют, они получают эти подарки и радуются. Ну что, а мы, я, Наташа, я тебя благодарю за то, что ты была Спасибо сегодня вам, здесь. Что пригласили. И, да, строго блюла да, порядок. Все проследила. И нашего сегодня объявления победителей. И мы хотим вам сказать, что следующая трансляция состоится 11 марта 2019 года, точно так же, в 17:00. Вы также можете заходить на наш сайт нашей рекламной акции и там нажимать кнопочку «Трансляция» и будете присоединяться к нашей трансляции, где мы продолжим объявлять победителей. И мы хотим вам сказать, решайтесь быть.